Итак, доброе утро, друзья. Сегодня уже на календаре у нас 5.08.2019 год. Как хочется, чтобы это было 06.07, но, к сожалению, 08 уже. У нас немножечко стих ветер. Вот прям взял и стих. Есть, он дует, но уже не с такой силой метет песок. Вообще, в принципе, сегодня метение песка не заметил. И есть волны. Но вчера с утра все точно так же начиналось. Волны огромнейшие, море ракочет. Купаться в такую погоду нельзя. Доброе утро сразу тебе. Здравствуйте, уважаемые подписчики Юрия. Как тебя зовут? Меня зовут Анастасия, я приехала из замечательного славного города Соликамск, Пермский край. Ага, все, пошли. Сейчас я всех поздравлю, потом расскажу, что ты нам хотела нам сказать. Так, хотела сказать, что мне написали в Голубицкое после вчерашнего урагана большие, говорят, разрушения, сгорело кафе, так что печально, соболезную тем, кто там пострадал. Надеюсь, что все отлично и без жертв. И очень быстро ликвидируют. У нас дюны переместились, мусор подмело все. Стало красиво. Хотя вот тут, где отдыхали, мы с Яриком убрали, тут мелких веток в песке осталось еще уйма. Хотя пластик мы весь собрали. Так, Елена Пшеницына. Юрий, поздравь моего супруга Алексея с днем рождения. 5.08.19 ему исполняется 39 лет. Алексей, счастья, добра, радости и как можно больше улыбок вам. От души поздравляю вас. Помаши ручкой, Алексей. Отлично, и Соликамска с днем рождения тоже. Так, 100 рублей, не знаю от кого пришло на Сберкарту, как-то не смог прочитать, я от кого не пришли, но в любом случае благодарю, спасибо. Добрый день, поздравьте, пожалуйста, нашу семью Константиновых на 5.08 с 4-летней годовщиной свадьбы. Очень люблю мужа, он у меня невероятный, нашу принцессу Миладу. Счастливы вместе, от души. А что вам еще тогда пожелать, раз вы счастливы, всех любите? Ну, пускай муж вам отвечает взаимностью, и у вас все получается, и будет хорошо и прекрасно. Так, Анна Юрьевна С, 200 рублей перевела. Анна Юрьевна, благодарю за поддержку канала. Юрий, привет от меня и мамы. Спасибо за шикарные фото. Поздравь лучшую мамочку на свете, Казакову Елену Павловну, с юбилеем. Завтра, 5 августа, 75-летием. Паша, уха из Осетра. Ну как я не могу не поздравить нашу Елену Павловну? От души поздравляю с днем рождения. Будьте также счастливы. Пускай вам всегда везет, как и до этого дня. И все у вас получается. Ну и я рад, что у вас есть такой любящий сын рядом с вами. Пускай все у вас будет хорошо. Крепкого здоровья вам. И пускай там еще до такого же юбилея двойного дожить. Как минимум. Так. Юра, привет тебя. Приветствуем тебя с города Ржев, Тверской области. Благодарим тебя за информационные видео, которые помогают нам, отдыхающим, легко ориентироваться на месте. С нетерпением ждем каждый новый выпуск. Юра, поздравь, пожалуйста, нашего старшего сына Витю Баженова с днем рождения. 4 августа ему исполняется 10 лет. В этом году сыновья впервые побывали на море. Вите пожелаем успеха в учебе, плавании, чтобы в следующем году уверенно держаться на воде и покорять волны Черного моря. Витя, жди нас, семья Бажановых. Бажановых, не Баженовых, Бажановых. Виктор, с днем рождения, будь счастлив, ну и дай бог тебе море покориться. Пускай, как говорится, все получается. А теперь пойдем вот туда, чуть в сторонку отойдем. Я вам покажу, что может приплыть в голову, когда вы купаетесь даже вот на такой глубине. Волны гораздо меньше стали вчера, если вы помните, они выходили практически до дюн, но ветер стал боковой. То есть сегодня будет задувать именно центральный пляж Анапы по шторму. Здравствуйте, Юрий. Недавно приехали из Анапы, уже очень скучаем по морю. С вами мы тоже встречались, а Светлана помогла организовать экскурсию с Рубеном. Это вот VIP-экскурсии есть такие у нас. Сегодня, 4 августа, у моего любимого мужа Павла, город Тверь, день рождения. Не могли бы вы в утреннем видео поздравить его и передать привет из Анапы? Спасибо, Ольга. Ну, Павел, привет из Анапы вам и вашей семье. У вас с днем рождения. И пускай в вашей жизни тоже все получается именно так, как вы хотите. Есть и будут у вас мечты, ну и улыбки вокруг вас никогда не заканчиваются. Так, вроде бы все, я всех поздравил, всем все передал. Смотрите, это бревно приплыло вчера. То есть вчера даже его не было. И вот представляешь, вот ты тоже говоришь, купалась, и прикинь, такое бревно на волне. Капец. Посейдон разбушевался. Да, нет, просто представляешь, вот оно тебе прилетает, ну даже не в голову, в плечо. Это было бы очень больно, я бы лишилась бы плеча.
Да. И как бы без плеча ты бы лазила из волн? Я бы подняла руки вверх и прыгала бы, и меня бы спас спасатель. А ты видела вчера спасателей на пляж? Нет. Вообще просто, да? Кто бы тебя спас? Никто. Мужчина. А, именно мужчина, да? Пускай мужчина тоже придет, ему тоже бревном прилетит. Не жалеешь ты мужиков наших, да? Так, а теперь рассказывай, что ты нам хотела поздравить, свой город Тверь. Тверь. Свой город Соликамск. Я очень... Ой, господи, это да. Тверь другой прочитал. Я очень хочу поздравить свой город Соликамск, потому что нам совсем скоро исполняется 600 лет. Мы такой старинный, интересный город. Приезжайте все к нам в гости, у нас есть что посмотреть. Ну, а для тех, кто хочет посмотреть, как мы сейчас будем ее топить в море и ловить бревна, подписывайтесь на мой инстаграм, Юраос. Я туда пару сториз выложу обязательно. Потому что вот все, что она принесла, это у нее кофта и платье. То есть больше ничего нету, но в море хочется сфоткаться и получается будет фотографироваться в платье. Да, а волны большие, а платье может слететь. То есть, мужики, я вам советовал бы заходить и в инстаграм на это посмотреть. Ну а сейчас давайте мы подойдем поближе к нашему любимому морюшку. Доброе утро, солнышко светит на тебя. Надеюсь, что ветер остановится и будет прям хорошая, прекрасная погода. Температура воздуха, ну, не особо, наверное, порадует любителей жары. Сейчас в 6:30 утра у нас 21,4 градуса. Так, ну, а море похолодало, я вам хочу сказать. И водичка, видите, такая мутноватая стала. Я люблю прозрак, поэтому... Здесь, конечно, ну, мутновато. И вот не увидите вы это бревно, которое будет плыть. Вот просто. Это дичайшая просто опасность. Будьте бдительны, ребят. Вот когда говорит, я бы там рукой махала, кричала. Когда тебе бревно прилетит в голову, там уже ничего кричать и махать не получится. В прошлом году на пляже Кавказ, ну вот сюда ближе к Сибуру, не к Сибуру, к Кубанской Ниве, погиб мужчина, просто поплыл вот в такие же примерно волны, с маленьким, такие, знаете, матрасики надувные, и его просто выкинуло. А потом бревно за ним приплыло. Может быть, я притягиваю, а может быть, действительно, все так и произошло, как я говорю. Потому что в такой мутной воде вы не увидите. Там большая волна, она приходит раз в 10 раз. Вроде вы плывете все хорошо. О, как утягивает-то в море. Вот видите, женщина купается, ну, хотя бы здесь, вот, хотя бы, ну, тут по пояс, наверное. Даже нету, чуть ниже, вот она встала, по колено. То есть вот так безопасно хотя бы. Чтобы можно было, если что, пытаться выползти там бочком, потому что, видите, волны очень сильно накатывают и сильно отходят. То есть, если зайти поглубже, вас будет утягивать море. Море сейчас забирает все, что в нем, и уносит туда куда-то в сторону Анапы. Опять жалко центральный пляж Анапы, только там более-менее что-то почистили, и будет опять печалька. Так, температура воды порадует немножко, то есть она не совсем опустилась. Правда, вчера было гораздо теплее, сегодня вот уже прохладнее. 22,6. Температура воды холодает. Это, наверное, с Крыма нам ихнего моря пригнало немножечко. Ну, собственно, на этом все. Мы будем с вами прощаться. Соликамску еще раз маши приветик. Огромнейший. Ну, а вам берегите себя. Не рискуйте, не испытывайте судьбу. Потому что ну, со стихией не поспоришь. Кто вот вчера смотрел закатный наш эфир, как мы тут вложили нашу подписчицу Татьяну, как в одежде нафотографировалась, там просто огненные эмоции. Посмотрите, если вдруг вы вчерашний закат не видели. Очень интересно получилось. И там видно все буйство стихии, как волны уходят. Не поверите, вот до катамаранов улетали туда в сторону. Сегодня вот пришли с утра, все совсем по-другому. И можно даже более-менее комфортно фотографировать все то, что здесь сейчас происходит. Виды обалденные, погулять вдоль моря, да, покупаться по коленке без проблем. Но лезть куда-то там поглубже, даже по пояс, я бы сказал, не стоит. Потому что, не дай бог, резкие порывы. Придет большая волна, и тогда, друзья, вам уже мужик, который должен помогать, не придет, да? Эй, ты где был, мужик? Я тут тонула. Надеялась на тебя очень-очень сильно. Все. Всем доброго, бодрого утра. Новости, я думаю, хорошие о том, что шторм заканчивается. Его хватило всего лишь на один день. Так говорится, экскурсия на волнующемся море получилась для тех, кто к нам приехал. И надеюсь, что вам было интересно посмотреть данный видеосюжет. Вы поставите свой лайк, подпишитесь на канал, сделайте репост в свои соцсети. Ну и от этого вам будет тепло и приятно на душе, потому что когда вы делаете добрые дела и приятно другим людям, вам тоже солнышко улыбается, весь мир готов вас обнять. Так что не проходите мимо, а от души, ребят, прошу, делитесь красотой. Ну, сегодня я вас буду держать в курсе. Ну и Юраос, инстаграм, ссылочка есть в профиле. Буду рад вас там видеть. Посмотрим, как у нас получится притопить данную красавицу.